бы не вытащил такой мяч. Первым касанием, посмотрите, сам подал штрафной, сам пошел на подбор. Вторым касанием, и это из серии попал. Да, еще раз 10, и Баю Гомесу так ударить, может быть, и не завернул бы мяч в ворота, а куда-то туда, в красный тент, натянутый за воротами. Проиграли здесь подбор гости, ну и никаких претензий Диего Лопесу быть не может. Смотрите, как мяч лег на лапу, как говорит один мой коллега, игроку Атлетико, и рикошетом от штанги влетает в ворота. Что сейчас? Вошла игра на три результата. Роналду и Тураспе. Ребята, не надо! Сеча пошла. Сеча, пошла разборка. Роналду улыбается. Иди сюда, я тебе покажу. Или в раздевалку.